Привет, народ. Я только что вернулась из поликлиники и вот по дороге зашла в магазин. Просто безумно хотелось пить, плюс нужно было купить помидоры. И, в общем, в итоге я еще купила чай, который у меня закончился, и еще заходила в аптеку по рецепту, мне выписанному, покупала лекарства. И сейчас хочу вам показать, что я, собственно, купила. Может быть, у вас в магазине тоже это появилось. Заходила, как вы уже, наверное, поняли, я в Магнит. Вот. И давайте смотреть, что я взяла. Во-первых, чай. Взяла Ахмад. Появился новый вкус — манговое суфле. Я такого еще не пробовала. Как вы, наверное, уже не раз заметили, я пью исключительно зеленый чай. Ну, также травяной, фруктовый и так далее, но никакого черного чая. Вот. Также я взяла еще две пачечки своего любимого чая, который мне безумно понравился. Вот, я, если бы была возможность, я бы взяла ящик этого чая, но, к сожалению, на ящик у меня столько денег с собой нету. Вот, был, значит, вот этот чай. Потом я взяла вот такие хлебцы, стараюсь их много не брать, потому что, как правило, один вот такой вот, одна упаковка, один такой тубик уходит за один прием пищи. Вот. Но мне понравились клюквенные, потому что они сладкие и при этом в них нет сахара. Вот. Ну и приятный такой кисловато-клюквенный аромат. Ну и привкус, конечно, тоже. Так, по акции взяла мажитель клубничный. На него скидка что-то порядка 15%. Короче, они продают его где-то за 40 рублей. Вот. Дальше взяла вот такой соус. Я его уже много раз брала. Он мне очень нравится и идеален с мясом. Мясо совершенно любое, от курицы до свинины, очень вкусный. Ну, как бы Астория хорошо себя зарекомендовала. Вот, то есть я на нее не жалуюсь. Затем захотелось что-то бутербродика и взяла вот такой хлеб, смотрела, что целый все-таки выйдет на 4 рубля дешевле, чем взять половинку. Вот, в общем, где-то 60 с копейками рублей. Вот такой, я думаю, все его знаете, Геркулес со злаками. Так, сейчас отложу. Затем персики. Где-то сколько? 5 штучек. Честно говоря, лежали они там все гнилые, поэтому я выбрала более-менее мягкие, но при этом я вижу, что они зеленые. Так, немножко шуршу, извиняйте. Собственно, помидоры, за которыми я пошла туда. Вот. Тут где-то примерно кило 200, вот так вот. И еще появилась вот такая штука, я не видела раньше, 25 рублей стоит. Это на молочной сыворотке. Просто мажитель как бы все знают. А вот такую вещь я вижу впервые. Вот я взяла два: яблоко груша и манго апельсин. Производство сейчас Кошкинское. Вот, попробую, как бы не знаю. Я, ну, видела впервые, взяла попробовать. Если понравится, буду брать. Так, чек вам сейчас покажу. Ну, собственно, еще пакетик взяла. Вот так это все вышло. Вот, еще также уже не в Магните, это я ездила уже из поликлиники, я взяла вот такую штуку, это мне для компьютера. Подорожал. В прошлом году я покупала за 80 рублей, в этом уже 100. Вот, и еще, собственно, врач мне выписала купить
вот такую штучку, вот такую штучку. И вот такую штучку. Я не буду объяснять, для чего они, как бы человек, которому это нужно, он сам прочитает название и узнает. По цене вот на что это вышло. Аптека столички называется. Кстати, в интернете я смотрела все эти лекарства по тому объему, который мне нужен, который мне выписали прием этих лекарств. Ну вот, по средней цене, так сказать, я посмотрела в интернете. То есть получалось где-то порядка 1000-1200. И я была приятно удивлена, когда я все это приобрела всего лишь за 844 рубля. В общем-то, вот так вот. Вот такая была приятная неожиданность. Так что вот такие мои покупки. Что-то у меня сегодня гуляет резкость на камере. Ну, в общем, такие вот съедобные и не очень съедобные, ну, в основном съедобные покупки. Так что всем приятного аппетита. До новых видео. Пока.